Казахстан укрепляет межпарламентские связи с Канадой. Делегацию депутатов этой страны во главе с Леоном Бенуа сегодня принял спикер Сената. Собеседники обсудили возможности по развитию сотрудничества. Касым-Жомарт Токаев выразил надежду на то, что Канада поддержит кандидатуру Казахстана в непостоянные члены Совета безопасности ООН. Наша страна сможет внести значительный вклад в общие усилия по укреплению мира и безопасности, учитывая большой опыт в ядерном разоружении, укреплении мер доверия и обеспечению безопасности в Азии, отметил Токаев. С канадскими депутатами встретился и спикер Мажилиса Кабибулла Джакупов. Отмечалось, что немалый потенциал для наращивания сотрудничества имеется в сельском хозяйстве, урановой индустрии, здравоохранении и в сфере использования мирного атома. Канадских парламентариев особо заинтересовала программа индустриально-инновационного развития Казахстана. Еще больше отношения двух стран окрепнут после вступления республики в ВТО, считает глава Мажилиса.